Что я хотел тебя спросить. Вот в Советском Союзе, когда мы жили, вот Рональд Рейган, когда прилетал в аэропорт, это получается, кто дарил ему цветы? Это получается, они кровью связаны, да? Получается, советский флаг и американский. А в это время Брежнев в Кремле был, и он подарил ей книгу «Москва». Все в Москве. Слушай, а почему Алена хотела, чтобы был перворожденный именно, а не второго, третьего? Ей нравится первое число. Нечетные цифры, она говорит, это счастливые люди. А четные несчастливые. Первого, третьего, 31, 5, Вот теперь получается, что у нас выходит. она любила Мелани. Алена, Трамп, Мелания. Это получается, что у нас Мита, да, выходит? Тима выходит, да? Ван Дам, значит. И получается золотой песок, который отец нашел. Потому что смотри, УССР, это получается United States, Россия, Шведы, Свитзерланд. Получается, С никому не мешает. Ай, это вообще через этих людей. Тани, Звани, Романы. И выходит, у нас найдена наконец-то семья Солдышия Бен Ладена. И ИГИЛ. Потому что получается чего? У Глеба кровь заменена, правильно? Вот вся. У меня получается кровь добавлена, это У него China, North и South Korea. было полностью изменено кровь. Во время ожога. И выходит, что те цветочки дед доставал. И получается, я тоже кровник. И получается что-то странное. Вот этого родства я не хочу, терпеть не могу терроризм.